принимать работу. Ну что, все успели? Разумеется. Правда, напарились мы с вашей красоткой. А что такое? Были какие-то проблемы? Проблемы? Вы хоть раз на ней ездили? Конечно. Короче, мужик, смотри, сколько у тебя там лишних проводов было. Мы все отрезали и выкинули. Китайцы позапихают всякой фигни. Оно там нафиг не надо. Подождите, это прикол какой-то? Вы не расстраивайтесь. Мы вам поставили прекрасный моторчик от Славуты. 1.2. Шуршит, как шмель. Вы серьезно, что ли? Да ладно. Что значит? Мы вот еще понять не могли, как вы так без бензобака ездите. Ну ничего, мы вам поставили. Отличный бензобак, 23 литра. И полный залили, 92-го. Вы что, идиоты, что ли? И осторожнее с оскорблениями, а то мы и в прайс включим. Дебилы! Я вас просто просил поменять электромоторчик на омыватель. Вы что сделали? Мы как раз собирались это сделать. Открываем, а там такая хрень. Какая хрень? Это электромобиль! Был! Чё? Как троллейбус, что ли? Как троллейбус? А рога где? У вас рога. Я вам сейчас их подшибаю. Стоять! Уважаемый, осторожнее! Мужик! Осторожнее! Мужик, ты чего? Я сказал! Спокойно! Стой! И сюда я тебе сейчас... Вы же главного сюрприза не знаете. Какого? Мы вам газовую установку установили. Второго поколения. Вот!